Всем привет, друзья! Едем на оффроуд. Сегодня у нас и оффроуд, и день рождения, подарки загружены. Колеса накачаны. Спасибо, походу, Саня накачал. Потому что за ночь такие они не остались, вроде только что качали. Сегодня у нас не скучная. Я думаю, будет много автомобилей. Нам примерно минут 50 туда, наверное, ехать. Минимум. С утра была ретро-выставка. Ну, на выставку на саму не попали, но выставка перед пробегом. Возможно, завтра туда попадем, не знаю, как получится. Но Макс был в прошлом году, говорит, это что-то неимоверное в плане ассортимента автомобилей. Ну, даже то, что увидели, посмотрите, там есть в предыдущих видео. Я думаю, вам понравится. Виллис участвует, на котором мы были неделю назад в оффроуде. И много очень интересных эксклюзивных автомобилей. Ну, мы на Мегауазе едем в болото. Немножко. О, смотрите, тут даже убирают мелкий мусор, скажем, вот так, елочки, сосен убирают. Ну, тут отдельные люди живут. Они в другом мире от всей Украины находятся, конечно. Так нормально идем. Подруливание есть, ну такое, терпимое сегодня, более-менее. Весь Киев бигмордами завешен, это просто жесть, уже тошно телевизор включать даже. Набрал Максу, ждут они нас, Олег сзади, Макс говорит, знаки 50 везде. Действительно, очень много аварий, причем таких жестких. Последний раз семья погибла вся. Или почти вся. Чуть дальше впереди. Наркоша там какой-то в лобовую зашел. Повесили знаки 50. Макс говорит, осторожно, чтоб на фару тебя не хлопнули. Я говорю, спидометр не работает, буду осторожен вдвойне. Вот они тут наши сиротки, смотрите на эти заборы. Скажешь. Значит, дальше посмотрим, как судьи там строятся. Так, а вот и свежие места. Что-то копают. Ну, движется понемногу. Он уже первая очередь там уже домиков стоит вдалеке. Ну, тут и поближе вот что-то строят. В общем, процесс идет. Судьи строятся. Может, я ошибаюсь, конечно. Да, Гелендваген за мной едет достаточно долго. Как для Гелендвагена. Эту часть дороги я называю кусок Танзании. Она действительно похожа. Ребенка там такая, чуть-чуть дальше. Очень пыльно. Дальше пыльно не будет. Просто бесподобные места. Тысячу раз уже говорил.
просто в другом мире. Хотя цивилизация просто рядом. Тут небольшой оффроуд уже начинается. Какой-то серьезный внедорожник впереди, сейчас догоним. Посмотрим, кто это едет. Озеро наше любимое. И это Opel автомобиль. Я думал, внедорожник какой-то. А это Opel. Каждое место тут воспоминания. Где-то вот здесь выдергивал меня Рено Кенга. И сам кадр, момент того, как он выдернул Гранд Чероки, я был на заднем приводе без кардана. Сам момент в кадр не попал, но выдернул. Или вот здесь, ну где-то в этом районе. Все пересохло, высохло. Вот тут банда уже на месте. Именинник тоже здесь. Сейчас будет оффроуд. Или завтрак сначала, не знаю что. Ну что-то будет. Какой-то серьезный блогер меня встречает. И не один, тут их много. А вот еще один, да. Сейчас будем, даже гелик есть сегодня. Сейчас будет оффроуд крутой. Блин, куда-то все исчезли, куда они делись? Сейчас, подожди, что-то включим давай. Давай, включи что-то. Руси, включи, чтоб ехал. Включаем, включили полный привод. О, что-то я снимаю. Там, я не скачал это видео. Он не мог, тут копал когда-то. Да, где-то там все застряли. Или не все. Я думаю, они недалеко ушли. Ого, тут все высохло, друзья. Ё-моё. Да? Смотри, вообще. Что происходит? Да, лето было засушливое. Помните, тут какие были лужи? Глубокие. Тут лайт теперь, слышь, тут на Ланосе можно ездить спокойно. Да, я сейчас думаю уже... Ланос покупать? Не-не, на ПЖ, думаю, сейчас проеду здесь легко. Там как раз клиренс позволяет, то, что надо. Ну, там... На Ланосе поехать, ставьте лайк. Так, вот какая-то серьезная машина. Ага. И не одна, о, даже, о, я вам о, скажу. Что, застряли или что? А, уже лебедятся, видел? Опа! Ого! Места глухие, я тебе скажу. Тойота, да. Оказалось бы, да? Да, оказалось бы, серьезный внедорожник, да? Сейчас раз, и мы застряли. Все вроде засохло. Да, ну когда засохло, то хуже. А, это Женя, ё-моё, я его перепутал с другой Тойотой. Багажник с алюминия видел? Ага. Ёлки, я сказал на камеру, могут снять теперь. Витя переехал. Застрянем или нет? Да, я думаю, нет. Да, уже отсюда не выйдешь теперь. Ты что? Да, нельзя, нельзя, это ж контент. Едем ближе к ним, да? Да, 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 делаем, делаем. Надо объехать. Ага, вот. Понятно, тут колейка. Ясная. Здесь уже. Ничего себе.
тебя легко, да, руль крутится вообще, да? У меня, да, я у меня. Я смотрю, ты на нем как трактор на это. Вот посмотрите, так, как все заросло, ё-моё. Мы тут можем застрять. Где тут новорожденный? Совсем сухо, все высохло. Все, где вода? Вот тут мы можем застрять. Можем, но не нужно. Понял, все, застряли, мне кажется. Да не, сейчас назад и поехали. Да? Да. Назад выйдем? Легко. Не, все. Висели, да? Я видел, что ты все это одной рукой делаешь. Еще, еще. Раскачивай. Раскачивай. Не, мы сейчас выйдем, я тебе отвечаю. Сейчас раскачаем. Делай прямо. Еще. Стоп, назад. И вперед. Надо, когда эта машина не едет. Вот такое тут болото, друзья. Мы тут раз и все. И приехали. Но спуститься. Спустить надо задние колеса. Это жесткий парень. Смотри, смотри, как пошел. Да, вот так тут. Когда воды меньше, еще хуже, чем когда она есть. Ну, там самая жесть, я поехал. Алексей Евгеньевич. Зашакал. Герой дня. Сама не едет пока. Да, по такой жиже сложно чем-либо ехать. Спуститься надо вообще было. Думаю, все равно было чуть легче, но не намного. Так, дотянул Жека меня. Смотрите, вообще нельзя ничего узнать. Такое впечатление, что воды тут никогда не было. Ну да, ну то же настоящий, это просто будет количество. Так, Женя сзади. Да. Это сцепление с природой. Но руль крутится вообще. А вот, вот и вся банда. Так, Женя там сзади. Далеко, говорит, не уезжайте. Идет пока. Она проходит, да? Витин скутер. Женя идет. Десятка. Так, а тут Витя исполняет. Там на камеру работает. Работает на камеру конкретно. Хорошо, да.
Ой-ой-ой. Иди Жеку цепляй, наверное. Он там. За нас, за шакал сзади, за фаркоп не цепляй. Первый раз Митин аппарат. Еле вижу. Обычно он по городу. Ёханый бабай. Попытка перевернуть УАЗ очень близка была к успеху. Очень близка к успеху. Подожди, Витя, сейчас перевернешь. Чуть-чуть не считается. Да подожди, еще ж... Еще краска свежая, нельзя пока переворачивать. Не, ну к перевороту очень близок, реально. Сейчас цепляем Жеку за... Давай назад потихоньку только, Витя. Все, теперь... Стоп, стоп, стоп. Нормально идет. Право, рули вперед, да. Охренеть, поперек колеи стал. Хорош, подожди, подожди, подожди. Витя, еще ж не из техно еще, подожди. Ё-моё, вот это исполняет. Просто жесть. Осторожно, там у вас, дорогой, сзади. Все, попал в колею и поехал. Да. Неплохо так. Да, хорошо, пару кадров было, да? Круто было. Так, тут Жека за меня уже прицепился. И все нормально. Нет, так еще не едет. Давай еще лебедой. Лебедой подтяни. Покажи ему лебедку. Давай еще лебедой. У вас на пониженной хорошо стоит сам, без тормозов. Идет, пробивает. Давай я сейчас выйду. Бугай нереальный. Блокировки, конечно, не хватает, но это Toyota, друзья. Трос не наехал там, смотри. Он сказал, я ему мешаю. Вот он, где с тросом идет. А здесь вот автономия вообще идет, да? Да. Жека уверен в своих силах, они говорят, забери его.